Пошли разговоры о новом проповеднике. Слух проник в учреждение, в дома отдыха, на рынке. Сочинен был рассказ о том, как пришел на свадьбу к инкассатору, на якиманку, неизвестный гражданин. В котелке указывались подробности: потертый, подозрительный человек. Никто иной, как он, Бабичев Иван. И, представ пред всеми в самом разгаре пира, потребовал внимания с тем, чтобы произнести речь, обращение к новобрачным. Он сказал: «Не надо любить друг друга, не надо соединяться. Жених, покинь невесту. Какой плод принесет вам ваша любовь? Вы произведете на свет своего врага. Он сожрет вас». Жених полез будто в драку, невеста грохнулась оземь. Гость удалился в большой обиде. И тотчас же будто обнаружилось, что портвейн во всех бутылках, стоявших на пиршественном столе, превратился в воду. Юрий Олеша. Зависть. В начале 20-х годов 20 века в Одессе на заседание коллектива поэтов хаживал один полусумасшедший, который называл себя председателем коммуны земного шара и по совместительству антихристом. «А жена моя, наоборот, Серхитна», – добавлял он с тихой улыбкой. Если прочитать с конца, получится тоже антихрист. Днем этот товарищ торговал на рынке. Однако, если появлялся знакомый поэт, он исчезал с потрясающей скоростью. И говорил потом, что у него есть дар внепространственного транспорта. Олешу восхищало звучание этих двух слов. Лев Славин пишет, что как-то поздним поэтическим вечером антихрист играл что-то прекрасное на рояле. И вдруг бам-бам-бам, гром безобразных звуков. Он вскочил, поднял руки и заревел. В этом реве была и мука смерти, и разгул садизма, и бешенство убийцы. Он ревел, кривляясь и корчась в лунном сиянии. Все бросились в рассыпную. Несколько друзей забежали в какую-то комнату, заперли дверь и задвинули ее дубовым столом. Тяжело дыша, мы переглянулись. Ильф чуть сощурился. Это из него заревел антихрист. Нам стало смешно и немножко стыдно. Мы отодвинули стол и вошли в зал. Через него шла молодая белокурая женщина. Ее вел Олеша. Со стула бесформенной кучей свисал Бабичев. Женщина взяла его за руку. Он поднялся и покорно поплелся за ней. Это была его жена и антипод Серхитна. Ее вызвал Олеша, единственный, кто не растерялся. Он тоже испугался, как все мы. Но преодолеть страх ему помогла его доброта. Лев Славин. Фамилию этого несчастного Олеша даст такому же Мефистофелю в своем главном романе – Ивану Бабичеву и его брату-антиподу Андрею. Иван Петрович зовет себя королем пошляков и проповедует в пивных, подобно своему немецкому коллеге. «Мы – это человечество, дошедшее до последнего предела», – говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом. «Сильные личности, люди, решившие жить по-своему, эгоисты, упрямцы, к вам обращаюсь я, как к более умным. Авангард мой, слушайте стоящие впереди». Я взираю свою армию. Ну, ко мне, актерики, мечтающие о славе. Честолюбцы, дураки, рыцари, ко мне! Великое мое воинство! Пришел король ваш, Иван Бабичев! Браво! Браво! Еще не настало время, но скоро! Скоро мы двинемся! Бичья! Не шарлатан немецкий и не обманщик я людей, я скромный фокусник советский, я современный сиротой. Роль Фауста здесь досталась лирическому герою Олеши, Николаю Кавалерову. Они с Иваном странно похожи. Он тоже сочиняет куплеты, и порой они выходят зловещими. В учреждении шум и тарарам, все давно смешалось там. Машинист
Лизочке, Лизочке Каплан подарили барабан. Переполох в учреждении начался после убийства председателя ЧК Улицкого. В тот же день в Москве Каплан стреляла в Ленина. Ее казнили без суда и следствия. Отвели в гараж, застрелили под шум моторов, запихнули тело в металлический барабан, бочку из-под масла, облили бензином и зажгли. Демьян Бедный, он был приглашен в качестве свидетеля, упал при этом в обморок. Я не буду уже ни знаменитым, ни красивым. Я не приду из маленького города завоевывать столицу. Я не буду ни ученым, ни полководцем, ни наркомом, ни футболистом, ни даже авантюристом. Я пишу репертуар для эстрадников, монологи и куплеты о фининспекторе, совпаршнях, непманах и алиментах. Машинистке Лизочке Каплан подарили барабан. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. «Ах, как они любили друг друга», – пишет Катаев в «Алмазном венце». Ключик и его дружочек, как он называл ее в «Минуты нежности». Ключик – это Олеша, а она – Серафима Суок, его первая любовь. Улыбка, очи голубые. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. И мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья. Не связанные друг с другом никакими обязательствами. Нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные. Они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Он бесконечно спрашивал: «Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружочек, друзик?» На что она также беспечно смеясь отвечала: «А ты ведь мой слоненок, слоник?» Никому в голову не могло прийти, что в это время у Ключика в семье разыгрывается драма. Считалось, что всякого рода семейные драмы ушли в прошлое вместе со старым миром. Увы, это было не так. Поляки возвращались из России на родину. И вдруг оказалось, что Ключик решительно отказывается ехать с родителями. В упрямстве Ключика его семья обвинила девушку, с которой Ключик не хотел расстаться. Властная полька, католичка, прокляла сына, променявшего Польшу на советскую девушку, с которой Ключик даже не был обвенчан или, в крайнем случае, зарегистрирован. Произошла драматическая сцена между матерью и сыном, который до этого случая был всегда почтительным, но вдруг взбунтовался. В нем заговорила материнская кровь. Семья Ключика уехала в Польшу. Ключик остался. Валентин Катаев. «Алмазный мой венец». Сима была довольно легкомысленной девушкой. Один раз она сходила замуж за солидного 40-летнего служащего губпродкома. Она нежно обняла Ключика, стала его целовать, роняя прозрачные слезы, объяснила, что ей надоело влачить полуголодное существование, но что Ключик навсегда останется для нее самым светлым воспоминанием, самым-самым ее любимым слоником и гением. И что она не забудет нас и обещает нам продукты. Из этого брака, видя страдания Олеши, ее буквально силой вернул другу Катаев. Но потом она ушла совсем, став женой Владимира Нарбута, который бросил стихи, получил должность в наркомпросе и увез дружочка в Москву. А бедный Юрий Карлович отправился вслед за ними, да и за всеми своими друзьями-одесситами покорять столицу. Была на углу церковь, обыкновенная московская церковь, и знаменитый звонарь, может быть, безобразный, как Квазимода. Звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том-вер-лир, том-вер-лир, том-удары большого колокола, верлирли мелкие тарелочки, том-вер-лир.
Некий Том Верлирли реял в воздухе. В одно из прекрасных утр Том Верлирли проник в меня. В романтическую грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церкви. Никому неизвестный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Том Верлирли сделает все. Скоро он уже писал фельетоны в «Гудке» рядом с Булгаковым, Ильфом, Петровым. «Какой псевдоним желаете?» – спросил секретарь, беря его на работу. «Подпишите, как хотите, хотя бы А. Пушкин, я не тщеславный». Дали подпись «Зубило». Эта рубрика стала самой популярной в газете. На этой легкой волне появился роман «Сказка про девочку-революционерку Суок». Он был готов к печати, когда Олеша вдруг отложил публикацию и переключился на зависть. Он поет по утрам в клозете. Может себе представить, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Он заведует всем, что касается жранья. Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все пироги, яичницы, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать. Он родил четвертак. Четвертак будет дом-гигант. Величайшая столовая, величайшая кухня. Объявлена война кухням. Тысячи кухонь можно считать покоренными. Если хотите, это будет индустриализация кухонь. Впервые он прочитал «Зависть» у Катаева в Мыльниковом переулке. Ожидался главный редактор одного из лучших толстых журналов. Ключик не скрывал своего волнения. Он ужасно боялся провала и все время импровизировал разные варианты этого провала. Я никогда не видел его таким взволнованным. Даже вечное чувство юмора оставило его. Как раз в это время, совсем не кстати, разразилась гроза. Один из тех июльских ливней, о которых потом вспоминают несколько лет. Надежды на прибытие редактора с каждым часом убывали. Он покорно стоял у окна и смотрел на текущую реку переулка. Уже почти совсем смеркалось. Ливень продолжался с прежней силой, и конца не предвиделось. И вдруг из-за угла въехала открытая машина, которая, раскидывая волны, как моторная лодка, не подъехала, а скорее подплыла к нашему дому. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор. Преодолев страх, Ключик раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу повести. «Он поет по утрам в клозете». Хорошенький начал. Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло уже как по маслу. Почуяв успех, Ключик читал с подъемом, уверенно. В наиболее удачных местах, пуская в ход свой патетический польский акцент с некоторой победоносной шепелявостью. Никогда еще не был он так обаятелен. Отбрасывая в сторону прочитанные листы жестом гения, он оглядывал слушателей и делал короткие паузы. Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова до самого конца. Когда же повесть появилась в печати, то Ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью. Валентин Катаев. Я живу под его кровом 2 недели. Ровно 2 недели тому назад он подобрал меня ночью, пьяного, у порога пивной. Из пивной меня выкинули. Меня вышвырнули, потому что я устроил скандал, я произнес речь. Какие причины заставили знаменитую личность не зайти настолько к неизвестному, подозрительного вида молодому человеку? Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора Треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар. А я, Николай Кавалеров, при нем шут. Бабичевых было 3 брата. Старший был казнен за участие в террористическом акте.
Как тебе нравится, Андрей, написал ему Иван в Париж в эмиграцию. У нас в роду мученик, вот обрадовалась бы бабушка. На что брат Андрей ответил коротко: ты просто мерзавец. Так определились разногласия между братьями. Ко времени знакомства с ними Кавалерова Андрей хочет пожаловаться на Ивана в органы. Вот, кричит на меня Бабичев, полюбуйтесь, братец мой, Иван, какая сволочь, лентяй, вредный, заразительный человек, его надо расстрелять. Иван тоже собирается убить Андрея. Это Каин и Каин, или его допотопные потомки. Отец их был директором гимназии, старший брат – членом боевой организации. Все как у Ленина. И занят Андрей Петрович воплощением снов Веры Павловны Чернышевского. Он воспитывает нового человека – футболиста Володю. Хочу быть машиной, а? Хочу быть гордым, понимаешь, гордым, потому что работаю. Чтобы быть равнодушным ко всему, что не работает. Мечты. Зависть к машине взяла, да? Ну, а ты как думаешь? Мы же ее выдумали, создали, она оказалась куда свирепее нас. Вот даешь ей ход и пошла. И проработает так, что ни циферки лишней. И вот я хочу, понимаешь, быть таким, чтобы ни циферки лишней. Я не знаю, где я родился. Я нигде не родился. Я вообще не родился. Я не я. Я не-не. Не я, не. Не-не-не. Я не родился в таком-то году, не в году, году вне, Годунов. Я не Годунов. Я никогда не был алкоголиком. Я пил не от любви к питью, к закусыванию, к кряканью, а пил потому, что не знал, что делать в промежутках. Юрий Олеша. Ему было всего 28, когда вышла «Зависть», следом «Три толстяка» и пришла «Слава». У меня есть убеждение, что я написал книгу, которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества. Дорогая мама, я жив и здоров. Роман получился хороший. 5 лет работал небезрезультатно. Я счастлив и горд, полон планов и надежд. Жена сейчас живет в Одессе на даче. Он женился на сестре Серафима, на Ольге Сулок. Катаев, помнишь его, сделался уже известным писателем и драматургом. И я собираюсь не отставать от него. Жизнью доволен, ничего кроме писательской работы мне не нужно. Я тщеславен и завистлив. Мне хочется писать хорошо. Но прошел какой-нибудь год, и вот Каверин вспоминает. Когда мы впервые встретились, я спросил его, что он станет писать после «Зависти», которая была счастливым началом. Он выразительно присвистнул и махнул своей короткой рукой. Так вы думали, что «Зависть» – это начало? Это конец. Я ненавижу вас, товарищ Бабичев. Это письмо пишется, чтобы сбить вам спесь. Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы хороший? Значит ли это, что я ничто, а вы большое нечто? Вы нашли меня на улице. Как тупо вы себя повели. Ну ладно, решили вы. Серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик. Ну ладно. Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы сановник, товарищ Бабичев. Тупой и невежественный, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И самодур. Шута вы хотели из меня сделать. Я стал вашим врагом. Весь роман «Зависть» – это письмо Кавалерова Бабичеву.
Юрия Карловича советской власти. Романтика закончилась. Трех толстяков сменили Маркс, Энгельс и Ленин, а скоро придут тройки НКВД. Самодержавие, православие, народность уступили сознание бытию. Но я не хочу, чтобы кусок паршивой колбасы управлял моей судьбой, моей волей. Теперь мне сказали, не то что твоя, самая замечательная личность – ничто. Я постепенно начинаю привыкать к этой истине, с которой можно спорить. Теперь, когда прошло 12 лет революции, я задаю себе вопрос. Кто я? Кем я стал? Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность «интеллигент». Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое подвиг, совесть и тому подобное. Моя мечта – перестать быть интеллигентом. Юрий Олеша. Во второй части романа Олеша представляет себе, что могло бы быть дальше. Вот он идет к Андрею Петровичу, кается. Его вышвыривают за дверь, он унижен, озлоблен. Смотрит на себя в уличное зеркало. И вдруг, каким-то странным образом, в отражении появляется Иван Петрович. С какой стороны вы подошли? Откуда вы взялись? Откуда я взялся? Он посмотрел на меня ясными глазами. Я сам себя выдумал. Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди. И как у бывшего человека, мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки. Он сосал конфетку. Немедленно я осознал. Вот мой друг и учитель, и утешитель. Юрий Олеша. Зависть. Меня страшно обидели. Меня долго унижали. Обидел один из избранников эпохи? Да. Вот это вам повезло. В расплату за себя можете соединить с расплатой за эпоху, которая была матерью. Что же мне делать? А? Убейте его. Убейте врага своего. Но мой враг – это... Прищемите его на пороге двух эпох. Трахните его. Благословляю вас. Кончается это, конечно, пошлостью. Объятиями вдовы Прокопович, символа моего унижения, как говорит герой, в которых он оказывается на пару с королем Пошляков, как с неким ужасным своим двойником. «Мы много говорили о чувствах, и о главном, мой друг, мы забыли», – подытожил Бабичев, – «о равнодушии. Ура!» Сам Юрий Карлович на это искушение не поддался. Возможно, единственный из друзей одесситов, он остался верен себе и перестал печататься. В 1934 году на первом съезде советских писателей он объяснился. «Мне говорили, что Кавалеров – это я сам». «Да». Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежали мне. И это были наиболее свежие, яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства, были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений. И тут сказали, что Кавалеров – пошляк и ничтожество. Я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости. И оно меня потрясло. Я не поверил и притаился. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета. Так у меня возникла концепция о нищем. Очень трудную, горестную жизнь представил я себе. Жизнь человека, у которого отнято все. Я был молодым. У меня были детство и юность. Теперь я живу никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? Я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке,
прошу милостыню. И у меня кличка «Писатель». Юрий Олеша. Речь на первом съезде советских писателей.